Узкий круг, широкий круг, в общем, круг в Сочи. Сегодня очередная встреча так называемого дискуссионного форума «Валдай». Путин и его ярые приверженцы обсуждают политику, экономику, ну и, конечно же, Украину. Аннексию Крыма глава России назвал легитимной, референдум под дулами автоматов законным. Глава российского государства еще решил поиграть в миротворца, сказал, что ситуацию на востоке Украины нужно разрешить дипломатическим путем. А вот как там заблудились российские дипломаты на танках, он не ведает. Ну а потом Путин решил пожурить западные СМИ. Вот так. Тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое выдавать за черное, а черное за белое. В условиях доминирования одной страны и ее союзников, или по-другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты.